Эх! Что же мне делать дальше? Совместная игра. Разблокируй режим совместной игры. Да ладно! Чтобы узнать больше, посетите Хёрка. Ищите значки H на карте рядом с вами. Вы также можете нажать M, чтобы вернуться в меню тактики. Изучите раздел «Совместная игра». Чтобы начать игру в совместном режиме, выберите запуск сетевой игры или продолжение сетевой игры в главном меню. Прям вот сейчас поиграю. Так, и что там сетевая игра-то? Совместная игра. Для совместной игры удерживайте V, чтобы открыть селектор. Выберите пригласить друзей, чтобы сыграть вместе с другом. Предложить помощь присоединиться к игре друга. Получить помощь, дать другим игрокам присоединиться к вашей игре. Окей. Ладно. Типа, ок. Окей. Ладно. Похеру. А, вот где инвентарь. Ёптыть, он в коллекции был. Так, ну чё мне здесь делать-то? Выполнить задание для Хёрка. Награда очки опыта Кей. Задание Золотого Пути. Награда большое количество очков опыта. Спасение заложников. Убейте солдат армии короля и спасите заложников. А серьезно, там до сих пор заложи? Да? На ванпост. Или это просто задание? Шармас Алиса готов предложить вам поучаствовать в гонках студии Кират. Окей, зашибись. Слоник, ты убежал, да? О, бедняжка. Я всего лишь по попке плюхнул. Я думала, больше не придешь. Рада тебя видеть, Аджай. Окей. Враг напал на небольшую ферму. Солдаты армии короля вовсю грабят ее, взяв местных обитателей в заложники. Проберитесь туда, устраните охрану и освободите заложников. Если вы будете замечены, их убьют, поэтому старайтесь действовать незаметно. Вау, какое разнообразие, просто обосраться. А, это плакат у меня горит на радаре. Получен бонус ХП. Хре. Так, а это что такое? Что я сделал? Собал! Нет! Чем ты думала? Я бы на твоем месте туда сейчас не ходила. Так мог поступить. О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. Вы совершали. И давно они спорят? Против самих богов. Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Я делаю спасибо все, чтобы наш тебе народ за помощь. Снова возродился. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление. Золотой путь спас богов. Меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе.
И чё меня здесь оставили? H-A-S-H. Выбор. Задание «Баланс сил» определяет будущее Золотого Пути. Помните, что Амиты и Сабала разные цели. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. От этого будут зависеть новые цели в предстоящих заданиях и то, кто будет лидером Золотого Пути до следующего баланса сил. Ага, окей. Вы можете поддержать Амиту или Сабала и тем определить судьбу Золотого Пути. Выбирайте осторожно, это повлияет на ваши дальнейшие цели. Срочно, армия короля наступает. После спасения Джая Гэла из лагеря Деплёра, наши разведчики отмечают усиление активности армии короля. Из лагерей к юго-востоку от Банапура донесли о перехвате сведения о готовящемся крупномасштабном наступлении. Лагерь, в котором содержатся разведданные, прошлой ночью подвергся нападению. Второй ждет нападение в любой момент. Пожалуйста, пришлите подмогу, пока еще не слишком поздно. Выберите задание Амиты или Сабала. Сиськи или мужик? Сиськи или мужик? С или сиськи? С или сиськи? Нужна помощь? Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Наш лагерь хотят атаковать. И насрать! Баланс сил. Сабал хочет, чтобы вы защитили повстанцев в лагере Золотого Пути. Согласившись на это задание, вы откажете... Ха-ха! Берегись, орел! Он пытается на нас напасть! Капец! Один орел их напугал так. Согласившись на это задание... Нет. Что ты скажешь? Может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Амита хочет, чтобы вы собрали разведданные в лагере Золотого Пути. То есть, либо помочь и так большому количеству людей защитить лагерь, либо пойти разведданные собрать. Господи, естественно это. Да не, на самом деле из-за сисек все. Сиськи, сиськи, сиськи. Орел нападает, ёп! Орел нападает! Нас тут 10 человек, давайте все стрелять! О, орел! Ай, господи, дебилы. О боже мой, не говорите, что здесь музяка есть. Аля-ля-ля-ля-ля-ля! Аля-ля-ля-ля-ля-ля! Пойдемте колокольню, что ли, тогда активируем. Что это такое играет? Это лицензированная музыка? Что это такое игра? Вот это что такое? Вот это что такое? А, да, здесь же радиостанция Пэгана Мина. Вот это что такое? Кто-нибудь объяснит мне, нет? Смотрите на это. Вот это что такое? Внутренних дел и социальной гармонии. Карма, участвуйте в событиях, да, я понял. Карается смертью. Все повстанцы подлежат казни без суда и смерти. Фак. Армия короля... Нихера себе. Дожарит вас... Это что за звук? Прям такой голливудский. Мозг, главное, никто не держит.
Всем насрать. Просто отличный музон. Он поднимает явно патриотизм. Не, ну тот хуже был, который до этого играл. А, нет, все норм. Радио вышки Кирата, собственность Пейгана Нина. Находиться рядом с ними без разрешения — преступление. Да всем насрать, чувиха. Заткнись, я пойду пешком. Поблизости привозит королевский груз. Уничтожьте его или доставьте транспорт на ванпост и получите бонус. Не насрать, Не, я пошел радиовышку захвачу. Эй. Пацаны, есть кто? Орёль! Окей! Зачем нужна эта сраная заблокировка карты? Просто охереть! Я не понимаю, зачем это пихать в каждую игру? Это так вымораживает, серьезно. Серьезно, здесь никого нет? Окей. Мне же легче. Видите лейтенанта армии короля, далеко он? Фак, они обходят с двух сторон. Так, больше, чем казалось. Орел! У меня больше гранат не осталось. Да ты охерела, что ли, тварь? Передавить там всех, что ли? Сейчас мы что-нибудь устроим. Орел! У меня же есть пистолет. Автовождение! Оно просто божественное! Автовождение! Просто зашибись! ОМГ! Автовождение! Автовождение в машину! Автоведение машины в машину! Вообще найс! Больше не буду верить автовождению. Автопилоты сраные. Фотоаппарат долго прогружался. Объявление от Министерства внутренних дел. Кто это орёт? Чё? Борис,
Да блин. Ну, чуваки. Да, у вас пожар. Кто это так шипит? Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Можно еще наемников вызвать, охереть. Да, 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 я радиовышку выключу уже твою. Опасность на каждом шагу. Какие это уродства? Я еще не дополз, что ли? Любезно положены везде канатики. Сдохни! Чёртен? Погребальные, от слова огрести. Слад на магазинах, мне одного лука хватит. Можно мне уже за трос схватиться, спасибо. Воу! Ну ни хрена себе. Ну ни хрена себе, какая бодяга тут есть. Шикарно, полетаем. Надо впереди туман войны. А, окей, наконец-то, ну, открылось. А почему животных нет никаких? А, надо ближе, наверное. Фьюп. Естественно, самое интересное это... Не открылось? Я! Я понял, что это я. Я клёвый, потому что... Дикая собака, азиатский носорог. Может, носорогов замочить, что ли? Эх, чистое убийство при помощи позволяет получить больше шкуры. We need more шкура. Серьёзно? Нифига себе. Тут я уже наоткрывал-то. Нажмите F, находясь ниже одного или двух противников, стоящих на доступном... Окей. Тоже можно. Ну это все что-то как-то... Давайте это прокачаем. Мне что, носорог где-нибудь нужен, нет? Во. Сумка с стручаткой. Та-та-та-та-та. Да, конечно, ограничение зрения просто радует. О, фак! Вот же дерьмо! Слушайте, это такое говнище, я не могу никого убить. С него. Фак! Хватит гонять! Убью все равно!
Все, этот козел мне надоел. Что не вздыхаешь-то, а? И куда эта скотина смылась? Ау! Просто охереть! Нихера себе, она какая злостная! Ну да, носорог захотел с лука замочить. Надо было поджигать. Сейчас молотом подожгу. Чтоб сгорела тварь в аду. Так, только не говорите, что я эту херню не взломал. Он взломал, да. То есть сломал. Кто меня увидел? Да? Ну давай посмотрим. Я тебя сейчас вертолетом собью. А где он был-то? Окей. Его нет. То есть просто нет. А вон у меня есть коктейль Молотова. Сейчас я это говно закидаю. Оно у меня будет гореть. В аду. Эй, мстя идет. Мстя идет из ада. Я могу кидать отсюда его, отлично. Давай, носорожек. Ну вот и где скотина теперь шляется? Носорожек! Чё? Крокодил? Акула? Носорог? Ну вот и где он? Вот уродец, а? Чё, мстить не будет? Вот и. Лови! Фак! И теперь я тоже горю. Отлично. А-а-а! Да это просто охереть! Мне тут слонобой нужен, по-моему, чтобы его завалить. Охереть, он не горит, не тонет. Просто обосраться. Или дробовик, да. Пойду брать дробовик. Где тут есть он? А, я могу вернуться, да? А, там же нет дробовика. А, фак. Придется еще раз грузить.
Отстой! Я думала, больше не придешь. А, нет, можно не грузить. Окей. Так, что мне там доступно? Марк. Пусть лучше он будет вместо этого дерьма. Стойте, я же могу взять... дробовик вместо вот этого, да? Только для пистолетов. Вот же отстой. Ладно. Так и быть. Ну и ладно. Я могу переместиться назад при помощи башни? Фак. Не могу. Ну зашибись, чё? А, тут по пути еще есть аванпост. А, там надо по-тихому. Твою мать, у меня нет ничего тихого. Ладно, срать, попробуем в рукопашную всех мочить тогда. А, точилы, что-то вы все увезли, вам не кажется, что это как-то стрёмно, да? Окей, заказывается, стычка идет. Оно точно и мощное, офигеть. Ну и сколько кармы-то дали, хоть скажите, ну? Вот уроды. Что он наемника зато дали? Хер поймешь, нахера он сдался, ну ладно. Я сейчас носорога буду въезжать. Не знаю, где я поехал, нахера я здесь поехал, но я поехал. Или нет? Ненавижу летать, но теперь это не проблема, потому что Пейган закрыл единственный аэропорт в стране. Эй, Раби, сердцевый, я же видел, как оттуда летают самолеты. Где там дверь? А, дверь. Проход был. А героин? Я не особо в теме. Не то знаю, что грамм героина стоит от 100 до 300 долларов. Только один грамм, чёрту. А полный самолет героина? Математика не мой конек, но кажется, это крутые бабки. Говорите, что хотите, но денег у Мина куры клевать не будут. Как у Тони Марка. Не понял. Я же... И опять на том же самом месте лагает. А, у меня здесь заблокировано, окей. Я поеду в объезд. Ну вот, в топку. Господа. О-оу. Прости. Так получилось. О, я уже выехал на дорогу почти. Да-да-да, стреляй дальше. Привет. Как-то у них странно охватывают территорию все эти. Все эти вышки. О! Ну, ребята. У меня какие-то повстанцы Золотого Пути, которые готовы сражаться на вашей стороне. Чтобы вызывать их на помощь, нужны жетоны. Чтобы тратить жетон, нажмите В. И выберите вызвать наемников. Используйте В, чтобы дать приказ ждать и следовать за вами. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте, я просто на слоне. Кто-нибудь еще есть? О, давай, давай, иди сюда. Убийство слоном.
О, МГ, этот слоник может там заползти. Окей. Мы уже идем к вам. Приближаемся по дороге. Охереть. Это было эпично. Ну, слона, я думаю, здесь не завалить.